Толь, добрый день. Снимаю, видишь, видос напротив нашего зала. Вон там, да? Адреналин. Ну, ты ж помнишь, да, братан? Погода замечательная сегодня. И всем, кто смотрит, и ты, Толя, сегодня я специально для тебя запишу второе видео, вторую часть восстановления после перелома шейки бедра без оперативного вмешательства. И, естественно, как только сделаю видео, сразу же тебе скину, ты получишь его первым, мой друг. Вот, и рад с тобой работать. Хорошего тебе дня. Смотрим внимательно. Так, представь, что это у тебя кровать. Ну, либо какая-то возвышенность. Сейчас покажу, будем делать динамические подъемы на одну ногу. И в конце каждого подхода будет статическое напряжение секунд на 20 в ноге. Точнее, Анатолий, делаем на одну ногу. Только на одну ногу, на здоровую. На одну ногу, на здоровую. Итак, выполняем на одну ногу, Толь, 20 раз, и 20 секунд будет статик. Так, следующим упражнением выполняем, Толь, с тобой выпады на одной ноге, только на здоровой. Максимально зафиксировать больную ногу, недееспособную, в вертикальном положении, перпендикулярно полу. Работаем на 10-12 повторений, 4 подхода. Так, следующим упражнением выполняем латеральную часть бедра, подъемы ног лежа. С тобой работаем только на здоровую ногу. Таких делаем 20 повторений на 4 сета. Толя, еще сделаем, пожалуйста, гиперэкстензию. Можно без гимнастической палки, просто вот так сохранить руки. Если позволяет, то делаем 20 на 4. Сейчас немножко понапрягаем грудную мышцу. Можно взять книгу, какой-нибудь такой вот плоский предмет. Ну, скорее всего, это книга будет, смотри.
вдоль. Вот в этом упражнении постараться дополнительно еще, как бы, ну вот ты сжимаешь вот так вот книгу, да, выпрямляешь и стараешься прожать, да. Ну и вот в этом вот движении ты должен как бы развести, свести и в конце так, оп, тоже прожать грудными мышцами. Но здесь чем больше сделаешь, тем лучше. Может быть даже 6 сетов по 15-20 повторений. Давай, у тебя есть два видео, можешь хотя бы 2-3 раза в неделю заниматься уже, да, вот по этим вот темам. Одну делаешь тренировку прошлую и эту тренировку. Анатолич, выздоравливай, пожалуйста, ты нам нужен.